Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ира Пинчук едет на выходные домой. Девушка рассказала в Перископе, что с Ваней они вместе, просто она очень устала от тем на поляне. Посмотрим, воспользуется ли ситуацией Елена Каминская, которая всячески пытается завоевать Ваню. Глеб Жемчугов недолго тосковал по своей жене Оле. Он уже в открытую ухаживает за невестой из проекта «Остров любви». Глеб даже готов лететь на Сейшелы к Лизе Полыгаловой. Пока они общаются только виртуально, но Жемчугов настроен решительно. Он даже рассчитывает вместе с Лизой принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». В городских квартирах состоялся очередной концерт школы актерского мастерства. Участники показывали сценки по мотивам произведений Гоголя. Роль Гоголя досталась Владу Кадони, в эфире мы сможем увидеть этот концерт в следующую среду. А теперь о событиях на Сейшелах. Никита Кузнецов подарил Элле Голубевой букет роз. А на следующий день Никита отправился на свидание уже с Юлей Тепловой. «Сегодня катались на яхте вместе со своей новой любовью», – написал Никита. Вот какие комментарии пишут зрители. «Пустили козла в огород. Старость уже не за горами, а все болтается, как дерьмо в проруби. Он же там ведущий, что он по яхтам-то таскается?» Лиза Кардабовская и Артур Ратнер сходили на свидание. Кардабовская пишет: «Сгоняли на свидание, итог такой, мы пока не пара. Я очень хочу, чтобы Артур раскрылся и начал отстаивать себя в первую очередь, но и нашу пару в дальнейшем». Также Лиза приглянулась и другому жениху Стасу. Катя Кауфман грустит на Сейшелах. Девушка пишет: «Для меня остров любви стал остров одиночества и печали. Я тоскую по Илье Ебарову, которого я оставила в Москве. Каждый день я прошу его либо забрать меня, либо прилететь самому». Дима Дмитренко с Ольгой Рапунцель, а также Валера Блюменкранц с Татой Абрамсон посетили художественную выставку. Они публикуют фотографии с мероприятия. В ближайшее время Андрей Чуев снова едет на Сейшелы, и он опять займется баром. «Бар на Сейшелах снова открывается», – пишет Чуев. «Я и Марина, а также еще несколько других участников в декабре вылетаем на остров любви. Я уже готовлю новогоднюю программу». Даша Пынзарь опубликовала фотографию с двумя сыновьями. «Я не могу понять, на кого похожи эти два красавца больше, на меня или на Сережу. Но совершенно очевидно, что они две копии друг друга. Я мама-сканер». Ольга Васильевна Габозова, которая гостила у семьи Африкантовых, уехала домой в Лермонтов. А Алиана Устиненко после недавнего скандала в семье Габозовых из-за квартиры решила расстаться с Сашей. Как написала Алиана, Ольга Васильевна все в сети сидит, строчит. Угрожает ей, что у Саши скоро кончится терпение. Но бабуля опоздала, терпение уже кончилось у самой Алианы. Элла Трегубенко публикует снимки с новогодней фотосессии с мужем Игорем. Также Элла встретилась со своей подругой Ольгой Жемчуговой, и она ее поддержала. «Всему приходит начало и конец», – пишет Трегубенко. «В нашем случае обрублены все концы, и наш корабль мчит на всех парусах только вперед. Только за новой жизнью, с новыми людьми и новыми проблемами». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.